Олександр Грязних – ультрамарафонець, учасник та призер чемпіонату України з добового бігу у складі миколаївської команди. Альпініст, турист, мандрівник, велосипедист, рандонер. Член рандонерського велоклубу. Девіз «Усі обмеження у нас в голові». Сергій Гоцуляк – ультрамарафонець, учасник та призер чемпіонату України з добового бігу у складі миколаївської команди, велосипедист, суперрандонер, організатор бреветів миколаївського рандонерського велоклубу. Його девіз – хто хоче, шукає можливості, хто не хоче, шукає причини. Так, доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні у нас така цікава тема, і я б сказала, навіть нова, тому що деякі, я думаю, не знають, хто такі рандонери, чим вони займаються, що таке бревети. Тож я пропоную зараз вам слово, розкажіть, що це таке і звідки воно пішло. Дійсно, дуже мало людей об цьому знаєте, о самих рандонерах, о бреветах, це все нове, непонятне. Я сам з цим столкнувся доволі таки недавно, буквально з августа місяця я взагалі сел, як би, в седло велосипеда. Ребята меня затащили туда. Мы вместе бегали там ультрамарафонские дистанции. Они мне предложили съездить гоночку в Скадовск. Ну, сначала в Херсон своим ходом, потом с Херсона в Скадовск. Там получилось 350 километров за два дня. Меня это затянуло, а потом давай попробуем бревет. Я, о, что такое бревет? То есть начал этим интересоваться. Що таке бревет? І затягнуло. От Сергій Гоцуляк, він організатор бреветів в місті Миколаєві і по області. Він зараз все розкаже. Сергій, наскільки я знаю, що це там конкретна відстань, 200 кілометрів розпочинаючи, 1200. От розкажіть більш детальніше про це і яку відстань вже осягнули ви і чи є в планах 1200 кілометрів? Да, это заезд именно на определенную дистанцию. Он должен проходить по определенному маршруту, который обязательно заранее должен быть согласован с организатором. На каждую дистанцию отводится определенное количество времени. То есть и есть стандартный набор дистанций – 200, 300, 400, 600 километров. Также есть более длительные – это 1000-1200. На каждую дается свое время. Если участник бревета укладывается в это время, то есть получается преодолеть дистанцию за это время, выполнить все условия, есть тоже нужно пройти контрольные пункты, поставить отметки и прийти к финишу вовремя. Если это получается сделать, ему зачисляется этот бревет. Дается зачет, и он уже может называться рандонером, когда преодолевает первые 200 километров. 200, але наскільки я знаю, то у вас взагалі звання суперрандонер. Це яка дистанція? Для того, щоб отримати звання суперрандонер, потрібно за один сезон, ну це приблизно в течение одного года, преодолеть всі 200, 300, 400, 600. Ну, от основну серію. Тільки тоді ви будете мати, ну, називатися супер-мега-рандонером. Як розпочати? Дайте поради. Тобто 200 кілометрів, начебто небагато і немало. Як це все відбувається? Куди звертатися? Розкажіть про це. Та найголовніше, як підготуватися до цього, тому що ми всі хочемо бути рандонерами, та напевно, що не всі можемо. Ну так, ну, хтось вже ж катався на велосипеді і думає, та я подолаю. От розкажіть, як підготуватися до таких заїздів. Підготуватися? Зрозуміло. Просто треба кататися регулярно, старатися, постепенно повишати кілометраж. Хоча б 50, 60, 100 кілометрів. Якщо людина вже може, як правило, преодолити 100 кілометрів в течение дня, то он проедет и 200, и больше, это я так думаю. Так оно на самом деле есть. Где нас найти? Есть официальный сайт в Украине представителя французского клуба Audax Club Parisien. У нас уже работает официальный сайт, там есть клубы, которые зарегистрированы в Украине, их довольно много. Там можно найти всю информацию, то есть все маршруты заранее с организатором в Париже согласовуются, поэтому они должны, они на сайте есть. А як часто вони відбуваються? І хто складає ці маршрути? От, і чому саме конкретно той чи інший маршрут? От, розкажіть ще про це. Это планируется до начала сезона. Сезон начинается с ноября месяца. Как правило, вот постоянные участники клуба уже в каком-то форуме это все обговаривают и предлагают каждый свой. И в итоге образовываются желательные маршруты, кто как хочет проехать, старт, время старта и так далее. Это все обговаривается, и потом это уже известно как бы наперед,
Як у нас би проводити. До якого віку можна долучатися? Тому що я бачила на фото, то, що у вас є такі доволі люди вже похилого віку, мені здається, так? От розкажіть максимальний вік рандонера. Ну, так скажемо, максимального ограничення нету. Единственное, что в правилах написано, что до 18 лет люди могут участвовать с письменного согласия родителей, если они знают правила дорожного движения, но получить зачет, по-моему, он может только с 18 лет. Максимального ограничения нет. Насколько я знаю, наш Николай, самого старшего участника, ему уже где-то 58. То есть это не предел, есть больше. Есть, это не ограничение. Олександре, а ви вже скільки кілометрів долали? Розкажіть, що найскладніше в таких поїздках, і дайте свої вже поради. Так, і от розкажіть трошки про бревет в Парижі, тому що я бачу, що нещодавно про все. От розкажіть про це. Якраз так, да, я хочу к этому подойти, добавить чуть-чуть Сергея. По поводу, вы задавали вопрос, что нужно для того, чтобы стать рандонером. Помимо физической подготовки, надо еще психологическая подготовка, потому что это не для каждого. Мы едем бреветы в любую, вот как Сергей сказал, составляется календарь маршрутов, да? Календарь заездов на текущий год. Никто не знает, какая будет погода в этот день. Мы едем в дождь, мы едем в мороз. То вас ничего не зупиняет, так? Вообще ничего. Это все, то есть, основывается на идее самопревосхождения. Да, и есть правило, то, что все технические неисправности, поломки, проколы, ты возишь с собой запасные камеры, ты все должен устранять сам. Нельзя, чтобы тебе кто-то помогал. Нельзя, чтобы с тобой ехала машина техническая, например, помощь, и тебя прикрывала от ветра, нельзя лежаки устанавливать. То есть, все должен сам делать. Це, як на мене, дуже складно. Ну, а часто таке от відбувається, буває, от, можливо, є якісь ваші курйози от після подолання якоїсь дистанції? От розкажіть, щось цікаве відбувало? Проколи частенько, так. Да. Тобто, ну, буває по два на один бревет. От у мене на 200-ки бувало по два прокола подряд, да. И мне ребята как бы опытные уже подсказывали, что бортируешь камеру, меняешь, и надо покрышку проверить на наличие колючек. А я в спешке поставил новую камеру, 20 метров проехал, и та же колючка мне опять опыт пробила. То есть опять пришлось меняться. Это хорошо. Да, и потом у меня уже запасных камер не было, и я, считай, всю дистанцию 180 километров еду и молюсь, чтобы не пробиться больше, потому что это уже сход будет. А ви кажете, що часові ліміти, да? Часові обмеження є, 200 км – це 14 годин, якщо я не помиляю. 13,5. Це у Великобританії 14, да? 1290 годин, якщо запізнився, але все пройшов. Не зараховується? Ні, тобто секунда до секунди маєте час. Да. Це складно. Не приймається ніяких оправдань, якщо ти не успіваєш на фініш. Контрольные... Навіть якщо там щось поламалося, в тебе кісті були, да? В этом есть цель. Звучить так, что несмотря на погодные условия, несмотря на технические трудности, ты должен уложиться в это время. Ты должен все предусмотреть, что у тебя может сломаться, погоду, одежду. Причем по статистике именно из-за одежды, не из-за велосипеда, из-за усталости. Именно из-за того, что неправильно одежда подобрана, большинство сходов, то есть не успевают люди. То есть это нужно продумать, рассчитать, это все очень интересно тоже. А от в Україні як розвивається цей рух? І в Миколаєві також загалом? Які найпоширеніші, можливо, маршрути? Зараз розвивається дуже швидко, так сказати, і не тільки в Україні, во всьому світі. От по поводу проведення во Франції, Париж-Брест-Париж, це основна така гонка, ну як не можна гонкою називати. Веломарафон, так. Да, веломарафон. Але все одно на час. Він проводиться... Один раз в 4 года. И вот туда к цифру могу сказать, за прошлый марафон в 2015 году проходил, и в этом году он будет проходить, вот в этом году, в августе месяце. В прошлом году от Украины участников было 37 человек, в этом году уже регистрация закрыта, лимит участников уже набран, и в этом году от Украины зарегистрировалось 111 человек. Да. Вот, поэтому... Это как и женщины, так и чоловіки? Так, это в сумме. Да. Не помню сейчас сколько кого. Вот, поэтому, и опять же, появляются новые клубы, регистрируются на официальном сайте от Украины. В этом году добавилось 2 клуба. Практически в каждом областном центре, за исключением некоторых, у нас уже есть свой официальный клуб, к
которые представляют во Франции вот, Украину. Угу. И каждый клуб может проводить официальные бреветы, если заранее все зарегистрируют по правилам. Слухайте, ну от досягли ми мети суперрандонер, що далі? От які є ще можливості, можливо, які є дистанції максимально? Далі, да, є 1000 кілометрів, 1200 кілометрів, потім є така награда 5000, рандонер 5000, рандонер 10000. Там свої теж условия. Якби, скільки де, нужно... ну, днів на те, щоб проїхати таку дистанцію? Ну, 5 тисяч награда, вона якби не за один раз проїжджається, а нужно проїхати іменно в цей період проведення одного Брест-Парижа до другого. В течение 4 лет. Некоторые умудряются в течение года сделать, допустим, если попасть. Ну, вот если у меня все получится, вот как вы задавали вопрос, сколько я уже чего проехал, с сентября месяца это был первый мой бревет, Альвеопольское кольцо в Первомайске. Целый день лил дождь, то есть из 13 часов, наверное, часов 11 лил дождь, но мне понравилось. Свеженько так. Во-первых, там очень плохая дорога, да, мягко говоря, она убитая, там особенно Веселиновское направление, но меня это не остановило, мне понравилось, раз 10 промок, да, за счет одежды, за счет температуры тела. Она высыхает, потом намокает, я раз 10 промок, но мне понравилось, меня фуры и на обочину выталкивали, там постоянно сигналят, да, то есть, опять же, вот психологически к этому подходить. Но мне понравилось, меня затянуло, ребята сказали, будет из тебя рандонер. С тех пор я уже проехал 5 200-ок, это получается 1000 километров, и 2 300-ки. Одну я, получается, в конце марта не вложился в лимит, ночью подзамерз, и пришлось искать где-то какие-то заправки для того, чтобы погреться. Погреться, там чуть поспать, и потом уже с рассветом я поехал на Одессу. И вот позавчера я проехал 300-ку нашу Николаевскую, нормально, за 19.44, то есть там лимит 20 часов, я, да, успел. Наскільки я розумію, що можна один маршрут, наприклад, 200-ка, декілька разів проходити, там 3-4 рази, не обов'язково. Якщо 300 кілометрів, то це один раз. Якщо 400 кілометрів, це один раз. Так, можна повторювати ще? Організатор скільки бревєтів зробить на сезон. І, опять же, не обов'язково їздити, допустим, бревєт тільки в одному клубі, на нашому Ніколаївському. Можна в Одесі, тобто, да. По всьому міру доступно, в будь-якій країні. Можете зареєструватися в будь-якій країні, в любом городе, когда он проводится, это все есть информация на определенном сайте, и можно ехать в любой стране. Ну давайте наостанок так підведемо підсумок. Від вас поради для тих, хто, можливо, зараз послухав і от хоче вже долучитись до такого руху. От від вас, Олександр, від вас, Сергій, будь ласка, по декілька слів. Можна пробувати дійсно починати з 200 кілометрів, але для того, щоб навіть їхати вже бревет 200 кілометрів, треба, опять же, підійти к тренировкам. Треба регулярний накат, потому что не только ножки потом будут болеть, а и попа тоже. Опять же, правильная одежда. Вот на нас, Сергея, можно обратить внимание. Я даже вот встану, покручусь. Специальные шорты. В этом году у нас появилось. Специальные шорты, на них поролоновая вставка есть, которая называется памперс. Вот это специально, чтобы не давило в пятую точку, да. И чтобы не натирало. Теперь будем знать все секреты. Это одно. Ну и психологическое. То есть не каждому оно зайдет. Это действительно очень как бы тяжело. Бороться с погодой, с самим собой, и с голодом. Опять же, надо рассчитывать, где поесть, что поесть, попить постоянно. То все треба продумати, перш ніж вирішати, так? Да. Проблемы с суставами, со спиной, со всем. У кого что. У каждого свои проблемы, каждый борется сам с собой, в этом есть сама прелесть. Что посоветовать? Можно, ну, если вы не решаетесь сразу, хотя бы на 200 километров. Мы всегда открыты, можно приехать на старт, можно пообщаться с участниками. Такие же живые люди, никакие не роботы. Какие-то советы узнать, посмотреть, на чем они ездят, какие велосипеды, какая одежда, что с собой берут, какие используют сумки, фонарики. Все можно узнать, поговорить. Мы всегда приглашаем волонтеров, то есть людей, которые могут помочь. На старте, на финише тоже приготовить, даже кушать что-то, просто встретить, пофотографировать, пообщаться. Это можно всегда прийти, поговорить и
зарядиться этой энергией, так сказать. Да, ну це круто. Дякую вам, що завітали, розказали. Думаю, цікаво для наших глядачів про це дізнатись, про такий рух. Нагадую, до нас сьогодні завітали Олександр Грязних, ультрамарафонець, член рандонерського велоклубу, та Сергій Гуцуляк, ультрамарафонець, організатор бреветів Миколаївського рандонерського велоклубу. Дякую, що завітали, розказали. Думаю, ще будемо зустрічатись в ефірі, можливо, після наступних бреветів будете розказувати про свій досвід і ділитися ним із нашими глядачами.